На ночь глядя у нас пока смот. Девчонки уже зубы почистили. Говорят, а мы курточки-то не припасли на завтра? Я говорю, как не припасли же? В ящик все положили. В общем, Пушистики. мам, можем мы померяем. В общем, мы перед сном нарядились. Карманы у меня, они широкие и такие себе большие. Вот так. Вот тут вот нарисован рисунок, нарисованы такие бегуди. Бегуди? Бегуди, цветочки, Это что за васильочки. бегуди у тебя? Ну-ка, давай-ка покрупнее посмотрим. Подожди, ты стой, я вот так увеличу, Жанель. Вот где она здесь бегуди увидела? Вот. Вот такое интересное сравнение с бегудями. Жан, а модели-то ведь ничего не говорят. Они просто красивые. Они ходят по подиуму и все. За них там кто-то что-то говорит. Они просто показывают. Сейчас покажу, какой у меня. Красивая курточка, да? Это брелочек у тебя такой здесь. На молнии. Завлекалочка. Васюш, иди, а то А времени уже у много. меня еще Масик этикетка играет. вокруг этого этой Как сказать курточки хочется. пушок розовый. Это Он флис, очень Жан. гладкий. Это флис называется. А вот тут у меня картинка, я не знаю А какая. это этикеточка или там, как она еще правильно? Лейбл. Ну а Ну, давай теперь Васюшину курточку Василиса снимем. Васюше покажет. мы в этом году купили курточку. Потому что у нее темноте старая, совсем светится. маленькая уже. Темноте светится. А вы проверяли? Да, Мама, проверяла. выключи свет. Да вот еще, выключи свет. Если Я выключить. как что, снимать-то? Егор, темно снимать. Мне кажется, она Ну, вот слишком так у Васи толстая. плащиком. У Жанны это комплект. У нее еще комбинезон от этой курточки. Если уж совсем будет холодно, она еще комбинезон оденет. У Васюши комбинезон есть отдельный. Так что они у меня утеплены. Егор, иди по-быстренькому сюда. Стой, мам. Я сейчас выключу телефон, опять будешь потом плакаться, что девочек снимают, а тебя нет. И еще здесь вот Вот такие еще глубокие карманы. один товарищ босиком. Вот так. Ну что сегодня? Уже мы снимали ролик, кстати. Мы, наверное, его вперед У выложим меня перед тут этим. такая юбочка есть. Егор у нас сегодня отказался комбинезон одевать, да? А вот в Было тот такое раз. дело? Да. Было. А вот. А завтра тоже откажешься? Нет, завтра я не откажусь, потому что они вон какие. А еще у меня здесь что-то написано. Мама, что здесь написано? Я по-английски не умею читать. Может, у Миши Вот так спросить? написано. Мама, можно тебе все мое показать? Да показывай. У него еще внутри есть какой-то маленький кармашек. И там хранятся денежки Не маленькие. обязательно. Ну, вот А, у девочек у меня он такой российское производство толстенький. курточки. Не У Егорки я точно не помню уже. Мы ему Мам. это нам этот костюм подарили, друзья. То, что А Егорки. рукава, а рукава можно по-любому сделать, Там? потому что она здесь и распускается. Вы очень близко подошли, модели. Егор, ты очень долго время тянешь. Давай, ты что хотел показать? Кармашек. Вот такая красота И вот там у у меня нас. тут и кармашек. Вот. Ты как настоящий лыжник, да? Да, я лыжник, тут и напишу. В этом году вам лыжи, кстати, нужно будет покупать, если у нас будет снег. Вот сразу у нас трое лыж надо будет купить. Да. Специальные ботинки для лыжи. Да. Ну, понятно, что с ботинками. Мама, потрогай, какие у Лыжи-то меня как там. парами называются? Значит, три пары лыж надо будет купить. С Потрогай, палками, какие у меня. естественно. В карман тебе залезть. Давай в карман. О, там тепло в кармане. Мам, посмотри, какой у меня он глубокий. Ой, вы опять близко подошли. Ничего не видно же, посмотри, ну. мамуль. Он вот до Ну, сюда. давай тебе залезу. Ой. У меня он еще глубже. Ой, вот все меня булочки он... туда будете прятать. У меня он Егор, будешь центр. хлебушек в карманы прятать? Да. У меня их раз, А может, два, хватит хлебушек-то по карманам-то три. прятать, а? А у Пора, меня... может, отучаться. У меня... Нет, он я хочу очень сделать высокий. колесо. Какое колесо? В этом колесо сделать. Или нельзя? Расступись, народ. Егор будет всех развлекать.
Ну давай быстрее, уже время все. Спать давай, пора. Егор. Ща. Ща. А я на Жанну прыгну. Не надо на Жанну прыгать. Жан, отойди, Жан. Сбоку. Вот как молодец какой. И я. Ну-ка ты попробуй. В курточках-то неудобно, наверное. Васюшенька, так себе, но мы еще научимся, да, Вась? Ага. Егор, не надо, перед Снежаной она ударится в тебя. Вот, Снежан тоже почти сделала. Ножки только в конце нужно прямо ставить. Ну, Егор, у нас вообще спортсмен. Ладно, все, давайте. Всем пока и выключаемся. Я умею делать полшпагат. Смотри, мама. Я сам это сделал. А я вот так вот умею. Мама, смотри, всем пока-пока, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Всем пока-пока.